Все работы на развязке Волоколамского и Ильинского шоссе идут согласно заявленным срокам. Уже к концу года будет запущено рабочее движение в сторону Москвы и обратно по новой эстакаде. Планируем пустить рабочее движение в четвертом квартале 2018 года. Пропускная способность после устройство всех трех пусковых комплексов будет порядка 100 тысяч автомобилей в сутки. В настоящий момент на 90% завершен вынос инженерных сетей из пятна застройки. Продолжается спрямление русла реки Банька и реконструкция моста через нее. Параллельно со строительством эстакады идет возведение пешеходных переходов. В рамках реализации проекта их будет три. Осуществляется строительство надземного пешеходного перехода через Волоколамское шоссе. Также идет подготовка к строительству второго пешеходного перехода на Ильинском шоссе, а также начато производство подземного пешеходного перехода через Волоколамское шоссе. Должна улучшить дорожную ситуацию в округе еще одна эстакада в районе въезда в Павшинскую пойму из столицы. Она появится в рамках последнего третьего этапа в следующем году. В рамках реализации проекта предусмотрена разворотная эстакада на территории города Москва, что в свою очередь тоже позволит разгрузить непосредственно движение в районе Московской кольцевой автодороги. В результате реконструкции крупного транспортного узла напротив жилых домов на Ильинском шоссе будут установлены 5-метровые шумоизоляционные экраны. В первую очередь строительство финансируется из областного бюджета, вторая и третья – из федерального. Весь комплекс будет завершен к концу 2019 года.